Гриб заставил всю партийно-хозяйственную верхушку раз в месяц по пятницам посещать филармонию. Я прихожу на свадьбу одного своего родственника. Он отец жениха, заведующий транспортным отделом Центрального комитета партии. Все есть, отца жениха нет на свадьбе. Я спрашиваю, а где он? Говорит, он на концерте. На каком концерте? На симфоническом. Дело в том, что это было настолько обязательно, что он не пришел на свадьбу собственного сына. Зариф Ханум и Гейдар Ильич сидят в ложе, звучит музыка, они, значит, слушают. И вдруг Зариф Ханум обращает внимание на одного бедолагу из партийцев, который просто спит, а храпит, еще так стоит, подхрапывает с явным наслаждением. И она, значит, толкает его за локоть. Гейдар Ильич, посмотри, говорит, ну жалко человека. Ну что ж ты их мучаешь-то? Ну не нужна им твоя музыка. Мучил и буду мучить.